На улице последние теплые солнечные осенние деньки. Мы, конечно, не могли пропустить такую возможность походить по этому ковру из опавших листьев, сплести красивый венок из осенних кленовых листиков. И как вы помните, у нас еще дома осталось одно невымытое окошко в детской спальне и по совместительству в кабинете моего мужа. И сегодня как раз наш папа, мой муж Андрей, он сегодня дома. Я решила воспользоваться, чтобы убраться в его кабинете и вымыть последнее окошко, потому что скоро закончатся такие теплые денечки, и уже в дождь, в пасмурную погоду окошки мыть не захочется. Кабинет Андрея у нас расположен в таком, ну, может быть, нестандартном месте для обычных квартир, в детской спальне. Вернее, это, знаете, даже такая многофункциональная комната. Здесь спальня наших ребят, мальчики старшие здесь спят, здесь игровая зона на полу Коли, ну и для ребят, там они лего собирают, можно в напольные игры играть. Здесь кабинет нашего папы, где он в основном, ну, дистанционно ведет разные занятия, и здесь наша библиотека, ну и шкаф мальчиков, здесь их одежда хранится, и одежда нашего папы. То есть такая очень многофункциональная комната, она самая большая в нашей квартире, и, в общем, распределена так именно по тому, как мы ее используем, как кому, в какое время удобнее находиться. Девочки, это мой фронт работы. Сегодня буду мыть окошко. Но видите, чтобы до него добраться, надо здесь освободить проход. Сегодня наш папа дома, он мне поможет со своими вещами. Я, наконец, разберу наши тут наваленные. Ну, в общем, видите, вот такое место у нас имеется для работы. Воспользовалась ли я тем, что Андрей сегодня дома, не только потому, что мне нужна помощь с Колей, потому что Коля последнее время, знаете, стал достаточно хорошо играть рядом. То есть я делаю уборку, а он рядом свои какие-то вещи играет. Но единственное, он, конечно, иногда начинает проявлять интерес к штативу и может его куда-нибудь завалить. Надо присматривать. Но в принципе, вот видите, Андрей сейчас мне не столько с Колей помогает, сколько помогает делать самую важную вещь, которую я без него делать не смогу. Это разобрать его стол. Потому что, чтобы помыть окошко, вот, которое у него как раз над столом кабинетным находится, туда нужен доступ. Но к тому же, когда я мою окно, я всегда стараюсь убраться в зоне вот прямо под окном, и еще стараюсь протереть, ну, поверхность, то есть там подоконник, стол, если он стоит прямо у окна. Потому что пыли с окна вот прям много оседает, хотя у нас, видите, шторки такие, тюль висит, она, конечно, часть пыли улавливает, но все равно много налетает, а вещи мужа я все-таки без него не трогаю. То есть я могу, ну, конечно, если бы его не было, я бы их, может, как-то аккуратно передвинула, обратно бы сложила, но мне это сложно. Конечно же, лучше, когда хозяин вещей сам свои вещи разбирает. К тому же, наша сейчас задача не столько его стол прям разобрать, переорганизовать, сколько просто аккуратно переместить вещи со стола, его освободить, чтобы я могла и на нем расположить все моющие средства, и чтобы я могла его протереть. Ну, помимо стола, я, конечно же, убираю и другую прилежащую часть к окну. Ну, вот, например, я застилаю кровать. Сейчас я ее не буду перестилать, просто чтобы, ну, прямо на расстеленную кровать не класть вещи. Я сейчас ее слегка прикрою покрывалом. И, видите, выношу наши софтбоксы от окошка. Они у меня там стоят в собранном виде, но Миша не очень мешают. Ну, как бы ему спать не очень удобно. Они прям подпирают его. И он говорит, что ему неудобно кровать застилать, потому что они мешают. Ну, я решила все-таки их убрать отсюда, сделать сейчас это место более таким чистым. К тому же, там столько скопилось всего. Разные патроны от нерфов, разные шарики, вот эти колины, какие-то детальки конструкторов. В общем, чего там только нету. Поэтому сейчас я заправлю кровать, чтобы можно было на нее сложить какие-то вещи Андрея, а сама вот разберусь всем, что скопилось за и под Мишиной кроватью.
под Мишиной кроватью у нас хранятся такие большие ящики с их оружием, ну там с нюорками, с каким-то игрушечным оружием, потому что, ну, оно такое большое, никакие полочки, контейнеры не влезают. А вот в такие большие подкроватные ящики как раз хорошо поместилось. И вот я вынула, потому что там у них уже такой, честно, кавардак, там патроны все из контейнера для них отведенного, все уже рассыпаны ровным слоем по всему ящику. Ну, я решила, раз я все равно там сейчас буду убирать под кроватью, ну, хоть немного аккуратнее это все сложить, чтобы было удобно пользоваться. К тому же патронов сейчас вот есть достаточно много рассыпанных просто по полу, и чтобы я их вот находя уже складывала в этот контейнер. Кстати, я вам оставлю ссылочку под видео в инфобоксе на видео, где я организовывала игрушки, ребята, как раз вот я купила этот ящик под кровать. Один пластмассовый у нас уже был, но в него все не помещалось. Я вот докупила вот этот такой на липучке, более легкий. В общем, оставлю ссылочку, если вам интересно, посмотрите, что за ящик. И там я прям подробно показывала, как я все организую, как организовывала Колины игрушки, Лего. Так что там все посмотрите. Ну вот, я вот сейчас сюда все сложу. И второй ящик там достаточно в порядке. А этот они все время достают, потому что здесь самое ходовое их такое оружие. Здесь и лазертаг, и нерфы самые ходовые. И здесь патроны для нерфов. А они любят, знаете, по мишеням стрелять. Ставят такие картонные пустые упаковки от соков, ну или еще от каких-то вещей на край двухэтажной кровати. И по ним целятся, ну туда в сторону стеллажа книжного, и стреляют, ну сбивая вот эти как бы мишени. Ну и, конечно же, пули при этом разлетаются. Ну, они, конечно, их собирают, но какие-то бывают заваливаются, поэтому я их попозже туда доложу. Ну вот, теперь я должна заняться вот этими софтбоксами. Я достала же такую сумку, в которой они вообще спаковываются, потому что когда мы с ребятами только завели наш канал, он у нас был такой, ну, как подростковый, детский, мы снимали челленджи, настольные игры, лего-танки, ну, это уже, конечно, в прошлом, сейчас мы уже не снимаем такой контент, сейчас уже мой канал, такой лайфстайл, материнско-хозяйственный, женский. Ну вот, софтбоксы у нас остались, мы их как раз покупали для освещения съемки за столом, но я и сейчас ими периодически пользуюсь вот в этой комнате, потому что эта комната очень темная, здесь такое совсем маленькое освещение сверху, и, ну, в общем, вот сами видите, так темновато. Но все-таки я бы их, конечно, хранила бы где-то в таком обычном собранном виде, чтобы только включил и пользуешься. Потому что когда снимаю, например, как мы с Колей играем, удобнее их включить. Но так получается, что все-таки у нас неудобно их хранить, мало места, и они все-таки затрудняют и проход на балкон, и Мише неудобно в кровати с ними лежать. Поэтому я решила все-таки их сложить. Если уж соберусь что-то такое основательное снимать в этой комнате, ну, я достану их из сумки, опять соберу. Все-таки буду в основном сейчас пользоваться кольцевым светом, ну, и обычным светом от нашей люстры, ну, и, конечно же, настройками на самой камере. Ну вот, собираю я, видите, уже разобранные все детали, и все это, и штативы для софтбокса, все лампы, все аккуратно спаковывается в одну черную сумку. Покупала я на AliExpress, это было достаточно бюджетно, что-то такое в пределах, по-моему, 5000 у меня получились оба софтбокса. По-моему, так... Да, и кольцевой свет, ну вот он был достаточно дорогой для Алиэкспресса, но качественный, по-моему, он тоже был что-то около 5000, но его я оставляю в другой комнате, он здесь ребятам мешать не будет. В общем, все складываю, и дальше Андрей как раз сейчас завершит освобождать стол, все сложит на Мишиной кровати аккуратно в коробках, и тогда я приступлю уже к непосредственно уборке, буду отмывать окошко и стол, в общем, все там наводить порядок. Ну все, Андрей закончил свою часть работы, стол пустой. Теперь я освобождаю подоконник. Вот видите, я сюда цветочки перенесла. Полью их остатками воды и перенесу их в скором времени в ванну, чтобы там помыть. А пока займусь столом, подоконником и окошком. Жалюзи я тоже протру, сниму занавески.
и тогда будет уже все удобно, хороший доступ ко всему. Мою я все амвеевскими средствами. Я в этот раз решила всякое разнообразие моющих средств не доставать, достала только средство для мытья стекол. Знаете, оно мне нравится и для протирания мебели, тоже хорошее. Оно, конечно, имеет более такой резкий запах, но достаточно мягкий для любых средств. Можно тоже им все мыть просто руками голыми, без перчаток. Руки от него не сохнут, никак не портятся. В общем, протираю всю пыль, какая только есть на столе. Стол у нас деревянный. И такой, знаете, он раньше был такой единый здесь системой собран. Но мы столько раз здесь делали перестановки, потому что тут в какой-то момент был Ванин стол письменный. Потом это опять стол Андрея, когда вот весь дистант начался. И у папы нашего появилась потребность в кабинете именно дома. Вот, теперь я протираю батарею, подоконник, и можно приступать к мытью окон. Но сейчас только я для этого, конечно, еще буду снимать занавески, но вот уже начала, видите, достаю свой робот-мойщик окон. В предыдущем видео, ну, вернее, не прямо в предыдущем, а вот перед ним, вы видели, у меня был ролик по мытью окон на кухне и в нашей спальне. Вот как раз я его там подробно показывала. У него в комплекте, по-моему, 7 насадок, вот таких из микрофибры круглых, поэтому, в принципе, можно их достаточно часто менять, и вообще, как бы, стекло мыть только им, не проходя предварительно никакой тряпочкой. Ну, я так люблю иногда все-таки протереть. И к тому же, знаете, вот, в принципе, если окно сзади, снаружи прямо грязное, можно просто его 2 раза запустить. То есть, 1 раз запустить и 2-й раз. И еще на что я обратила внимание, что лучше не очень много средств для мытья стекол на эти тряпочки наносить. Потому что если много нанести, то такие разводы все-таки небольшие остаются. А если буквально по одному пшику и именно средства для мытья стекол, то прям все чистенько, без разводов. Единственное, так как круглая форма насадок, то именно углы он не вычищает. Поэтому уголочки хорошо бы потом протереть, ну, просто вручную дополнительно. Ну, вот я добралась до штор, снимаю их. Они у нас там тоже на очень хитром креплении сверху. Такая там, в общем, шторка для ванны в свое время была использована как штанга. Ну, пока этот, конечно, временный вариант. Возможно, в какой-то момент все-таки соберемся, сделаем здесь ремонт, или уже соберемся и переедем в более большую квартиру, не знаю. Но в любом случае надо чистоту поддерживать и в этой. Вот я протираю наши жалюзи. Я их каждый раз протираю, когда мою окна, потому что, знаете, на них много такой прямо липко-черной пыли оседает. Ну, это вот особая пыль, мне кажется, в городе у всех она с окна летит. Конечно, частично ее сдерживают москитные сетки, но все-таки вот приходится все более тщательно отмывать, потому что все равно это залетает и в дом тоже. Вот, я протираю окно по периметру, то есть само стекло я не мою, достаточно будет робота-мойщика окон, а я мою вот эти белые эти косяки вокруг, протираю ручки, какие-то стыки, ну, там, где тоже скопилась пыль. Коля там на заднем плане требует меня, но я его пытаюсь там отвлекать просто словами, уговариваю, но он хочет тоже наверх. Как-то не очень ему комфортно, что там робот что-то моет, а мама где-то наверху. Ну, сейчас я к нему спущусь, и папа сейчас тоже придет и нам поможет, отвлечет малыша. Ну, а видите, а робот, он все-таки моет, хорошо. Я мою одно, он другое, и мы так, можно сказать, в 2 руки и 2 круглых насадки наводим чистоту. Вот, наружная поверхность стекла, она, конечно, более такая грязная, но вот я, видите, немножко люблю вот пройтись не сильно. Видите, я даже не вытираю насухо, чуть-чуть вот нижнюю часть стекла. Верхнюю даже не протираю, то есть я специально не залезаю повыше, чтобы протереть верх стекла, когда окно открыто. Ну, как-то я боюсь высоты, все такое. Ну, и к тому же с этим всем спокойно справится робот-мойщик окон. Все, протерла я вот эти стыки. Останется мне сейчас только вынуть москитную сетку, ее я буду мыть в душе. Как я ее мою, я показала в ролике, где мыла вот окно на кухне. На самом деле, достаточно просто. Просто душем, такой щеточкой с этим амвеевским локом. Все протираю, все хорошо. Ну вот я сняла, видите, москитную сетку, а робот-мойщик окон дальше работает, трудится, моет наше окошко. А за окошком, смотрите, какая погода. Небо голубое, листва такая не зеленая, золотая. Прям, в общем, золотая осень. Такое настоящее бабье лето. Так что я так рада, что воспользовалась этими теплыми деньками, потому что сейчас, конечно, это я сижу, монтирую ролик, а за окошком все сильно.
серо, идет дождь. Я так рада, что окошки чистые. Просто, знаете, душа поет. Поэтому, если кто-то еще не успел помыть окошки, и вдруг будет теплый солнечный денек, обязательно воспользуйтесь. Я даже, знаете, где-то читала, и меня это очень вдохновило, что очень важно начинать как бы уборку в доме именно с окон. Потому что вот насколько чистые окна, это как бы наш взгляд на мир. Когда они чистые, вокруг окна чисто, ну прям как свежий воздух входит в дом. Более свежий такой позитивный взгляд на мир. Ну, меня это очень вдохновляет. И теперь эту створку окна, которая у нас, видите, не открывается, я помою снаружи. И вот именно для этой створки робот-мойщик окон просто незаменим. У нас такая же створка есть в центральной комнате, и вот у меня была вечно беда, потому что мне было просто, ну, страшно мыть, потому что приходилось прям туда высовываться. А робот запускаешь, он там ползает, все отмывает, и до всего дотягивается, в отличие от моей руки, которая вот до дальнего края, кстати, не дотягивалась. В общем, очень хорошо и удобно. Так что, в общем, моет мой помощник. I wish that I could understand why I had this stupid crush. А Коля играет с папой, как завороженный слушает песню в его исполнении. Он любит любые песни в исполнении папы. Танцуйте, смотрите, с каким почтением и радостью смотрит на папу. Звенит январская вьюга, и блещут упруга, а звезды мчатся по кругу и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Колечка дальше продолжил с папой играть на полу в магнитный конструктор. Он его тоже очень любит. Он так, знаете, разделяет эти детальки, соединяет. Ему прям вот интересно, как они вот примагничиваются, отмагничиваются. Так что прям любимое занятие. И вот видите, такое пространство на полу, вот я поняла, что мне необходимо, чтобы играть с Колей, пространство где-то 2 на 2 метра. Раньше у нас здесь стояла наша двуспальная кровать, но теперь тут обитает Коля. Домываю я последнее окошко. В этой комнате это дверь балкона. Ну, тоже я ее моет робот-пылесос, я его запустила, он все это натирает. Сеточка у меня практически высохла, ну, чуть-чуть там капелек осталось, засохнет прямо на окне. Сейчас я туда поставлю, видите, окошко чистое. Робот моет второе. На балконе у нас организована такая кладовка хранения, но удобная, там стеллажи, так что мы им не пользуемся как балконом, но все удобно. Вот цветочки, вот у нас они тут помыты душем, стоят у меня подсыхают, стекает с них лишняя вода, и верну их на подоконник. Ну вот, все готово, все чисто, сетку установила. Сейчас буду убирать уже все моющие средства, тряпки, робот-мойщик окон. И хотела вам сказать, почему у нас кабинет папы находится в таком необычном месте, в детской. Ну, потому что это именно спальня, то здесь ребята спят ночью. И здесь мы можем играть с Колей, но мы как бы можем поиграть в другой комнате. Поэтому эту комнату мы можем папе прямо вот выделять для его дистанционной работы. То есть он вот может днем сидеть, да хоть целый день сидеть работать. Мы вполне можем быть в других комнатах. Ну, в перерывах заходить с Колей поиграть. Но можем с Колей поиграть на улицу сходить. Можем на кровати, можем на кухне. Так что есть варианты. А столы рабочие мальчиков у нас стоят не в том же месте, где их кровати, а в нашей спальне. Ну, потому что эти столы мальчикам обязательно нужны днем. Вот такой кабинет у нас получился для нашего папы. Чистый, просторный. Вещи папины папа сам вернет на место, расставит удобно. Вот, видите, софтбоксы у нас здесь убраны, все у нас здесь. Вот останется мне, видите, только здесь пыль на иконостасе, вот на тумбочке, вот здесь везде протереть, поменять постельное белье для мальчиков, и тогда уже комната будет вся чистая, но этим мы займемся в следующий раз. А сейчас вот поиграем с Колечкой, приготовим обед, всех покормим, и тогда уже пойдем с Колей гулять. Как раз ребята сейчас, они в школе, скоро будут возвращаться, будет им еда, ну а мы погуляем, и потом уже Коле, конечно, пора спать, потому что, ну, уже день, все, ну, на улице сейчас погода хорошая, думаю, с ним сможем и погулять, и поспать.
На обед у нас фрикадельки готовятся, картошечку я пожарила, с котлетками подогрела, сварила макароны. Ну, у нас Ваня любит макароны, мальчики тоже. А в мультиварку я поставила гречку с фрикадельками на пару. Вот, они там готовятся, но, кстати, уже практически готовы. Вот, видите, там они варятся. А, ну даже, кстати, они уже готовы, так что сейчас вам покажу, что там внутри. Там у нас внизу я насыпаю стакан гречки, 2 стакана воды, в верхний такой контейнер кладу фрикадельки и ставлю режим пар на пару. И оно все готовится, и гречка готова, то есть как бы гарнир, и сами фрикадельки, так что можно горяченьким кормить. Салат я порезала, Ване помидоры черри помыла, сок заправила. Мишенька вот уже вернулся со школы, ест. Ну, ребята, видимо, остальные вернутся, когда мы уже будем с Колей гулять. Сейчас всех покормлю и идем в красивый осенний лес. Вот смотрите, мы сейчас на площадке, кажется, что Коля идет по траве. Но на самом деле это не травка. Это у нас так на площадке такое покрытие сделали искусственное, как газон на этих, на футбольном поле. Вот Коля подошел к этому, как ее называют-то, карусели, но он ей так интересуется, но я пробовала его покатать, пока не хочет. Ходит, смотрит на листики, шуршит ими. Ну, сейчас с ним пойдем кататься на качели, потому что качели – это Колин хит на все времена и все сезоны. По листикам осенним. Видите, у нас на площадке постелили искусственную такую траву. Не знаю, ну, как стелят на футбольных площадках. И вот тут всякие листики сверху. В общем, как будто бы лужайка, хотя это специальное покрытие. Кач, 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 кач. Олечка качается. Кто тут качается? Малыш качается. Кач, 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 кач. Держится Колечка, молодец. Коля сказал, что хочет с мамой покачаться. Ну вот. Вот мы качаемся. Кач, кач. Олечка. Ну как тебе, с мамой веселей? Такой хитрый, серьезный медвежонок. Кто тут топотон? Колечка. Ой, бу-бу-бу. Молодец. Вон, весь ходит. Шуршит по листикам. Коля, тут листиков много. Прям вообще раздолье. Пошел, углубился наш малыш в листики. Золотые, красивые. Едем мы с Колечкой гуляем. Тут такая красота. Да, Коль? Ну, вернее, мама катит коляску, Коля идет. Ну что ты, зайка? В общем, идем. Вот и солнышко светит. Ну, кстати, вот пение птичек сейчас уже особо не слышно. Все-таки, видимо, природа готовится уже к зиме. А деревья, вот видите, они некоторые прям желтые-желтые стоят, а некоторые уже облетели. Ну, это видно по количеству листьев на земле. Вот, так что сегодня у нас все уборки дома закончились. Завтра продолжу убирать детскую комнату. У меня по плану будет смена постельного белья. И протру пыль там вот около кровати. Колечка, а потом еще один день надо будет выделить, разобрать детские игрушки. У меня есть мысль, надо немножко уменьшить количество Колиных игрушек, потому что в некоторые он не играет, а он их раскидывает. Он как бы тоже игра, но это только больше беспорядка. Есть 2 конструктора, в которые он прям хорошо играет. Музыкальные инструменты пока оставлю, наверное. В общем, посмотрю, вот переберу его игрушки. Я оставлю только самое актуальное, чтобы, ну, было место для того, что я хочу ему докупить, то, что как раз сейчас ему будет хорошо для развития. Колечка. В общем, иду за этим котиком, а он за листиками какими-то своими. We had our
И знаете, так интересно, Коля вот ходил-ходил по листьям. И, кстати, совсем недавно он бы прям отказался идти по такому густому слою листьев. А сейчас вот, видно, развивается, понравилось. И вот он шел-шел и плюхнулся на попу. И я уж думала, ну все, сейчас расстроится. А знаете, нет, он так сел, потом так лапой так... Такой шур-шур, а тут что-то есть интересное. Нашел листики и начал их, вот знаете, сначала просто пускать, потом перелокладывать, перекидывать. И так увлекся, что, в общем, прокопал в этом месте целую яму, прям даже до земли. Потом я его перенесла там в место, где побольше листьев, там прокопал. Потом я решила, ну ладно, поставлю его на ноги. Он стоя продолжил копать. В общем, такой копатель перерыл тут нам пол леса. Но знаете, это тоже новое, то есть раньше он вообще ничего такого не делал, не копал. То есть это прям видно какой-то новый навык, ну так прикольно. Ну, в общем, вот видите, я же такой человек, так сказать, оптимист и постоянно наблюдаю за детками, что вот получается, что идет, что нового получилось. Ну и вот это у нас новый навык. Так что вот порадуйтесь вместе с нами за Колечку, его успехом. Вот видите уже, какие прям большие листья кидает. И знаете, он тут копал-копал очень долго, ну, наверное, может, полчаса. Я уж сначала его поснимала, походила вокруг, потом мне это надоело. Думаю, чем бы мне заняться? И перенесла его вот тут, вот, ну, там чуть вперед, там прям видно, вот видите, густой слой таких прямо желтых свежих листьев. Там, видимо, какие-то клены недавно облетели. Пока наш Колечка копал листья, я его тоже немножко покопала. И вот такой вот веночек сделала. Классный, правда? Ну, конечно, на меня не очень хорошо примеряются краски осени, но они такие красивые. Сейчас еще попробую, может быть, на Колю надеть. Может, он заценит. Ну, как-то вот примерно вот такой венок. Пышный, большой получился. И, в принципе, получилось скрепить. Ну, я плела, как венок из одуванчиков. Ну, в общем, вот. Как вам? Мое творение. Сейчас покажу Коле. Не знаю, как он оценит. Колечка, смотри. Коля. Коль, смотри. Коля. Ой! Ай-яй-яй! Ой! Ну, Коля сразу решил так же выкинуть, как он выкидывает и листики. Ну, тут, видите, он у меня тут стоит, копает. Гуся, гуся. Вот. Наш хозяйственный. Сейчас он обдерет весь мой веночек. Положу его на коляску. Он такой прям красивый. Такой осенний. Хочется его на какое-то время сохранить. Вот, смотрите. Положила на колясочку. Вот такой кусочек осени. Лесной. А вот идет мой труженик. Ну иди сюда, Колечка. Идем, я тебя умою, вытру лапки. И уже поедем банькать. Ой, дорогой, хороший. Пирожок, наш любимый пирожок. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Поехали мы с Колечкой вокруг нашего пруда, чтобы успокоиться, настроиться на сон, чтобы Колечка заснул. Но он был так, если честно, возбужден таким масштабным копанием, что я прям долго его тут укачивала, укатывала. В общем, все никак не хотел спать, смотрел на все. А смотрите, какая сейчас красивая осень. Прямо листьев и на земле много, и деревья еще прям, ну, не голые. То есть такие с листиками золотыми. И у нас вокруг пруда и рыбаки сидят, рыбку ловят. И даже художница в этот раз стояла на берегу, рисовала наброски, видимо, к своей какой-нибудь будущей картине красками масляными. Ну, вот смотрите, как красиво. Вот такой пруд. На острове у нас уточки. Летом селятся, выводят там птенцов. Утки еще, кстати, не улетели. А вот и художница Тьем Альберт. Она пока сняла картину, но скоро продолжит писать. Вот ведь рыбаки сидят, просто отдыхающие. Люди гуляют и с детками, и с собачками, и просто. И вот такой ковер листьев у нас вокруг. В общем, погуляли мы
потом встретили папу и пошли вместе с ним в Калиту. Ну, решили мы, что я решила немножко отвлечься, развеяться немножко. Вот он меня поснимал как раз с веночком кленовым. Вот. В общем, прям вот видите, он такой осенний-осенний. Хотелось на память запечатлеть кусочек осени. Но все-таки решила я его домой не нести, потому что, знаете, он, ну, завянет, быстро засохнет. Как бы куда мне его там как бы выбрасывать, жалко. И решила я оставить его в лесу, повесить на сучок. Если вдруг кто-то захочет тоже как-то пофотографироваться в веночке. Ну, вообще, полюбоваться красотой. Вот он тут висит, такой красивый. Что хорошо мне удалось его сплести и закрепить вот самими этими листиками. То есть я ничем, кроме листьев, не пользовалась. А вот мы дошли до Калиты. Коля сразу проснулся. И, в общем, стал тут что-то требовать. Я его подкормила. А дальше, видите, новый навык. В одной руке ложка, в другой стакан, и он одним стучит по-другому. Вот у него до этого, знаете, как-то руки отдельной жизнью жили. Чаще правый что-то делал, но как-то им по отдельности. Вместе они не сотрудничали. А тут, смотрите, прям то ложку пытается засунуть в стакан, то ею постучать. А вот еще тоже наша новая. Коля полюбил этот аттракцион. Это было что-то. Он на нем сидел, рулил. Даже мы ему включили, она с ним так качается, и песенка там играет. Это был такой восторг. Еле вообще, когда он закончил играть музыку и закончил качаться, Коля стал требовать еще кнопки нажимать. В общем, такой вот юный водитель, видите? И до сих пор ждет, как бы завести эту машину. На этой радостной ноте буду заканчивать свой осенний влог. Жду вас снова к нам в гости. Ставьте мне лайк, подписывайтесь. До скорых встреч. Пока-пока.